Я уже много чего показала на Санторини. И это место вот с той горы я тоже показывала. Говорила, вот там внизу это мегалужники, я его назвала. Мы вон там поднялись с мужем, и я показывала, вон там, говорю, мегалужники. На самом деле вот это вот место, где я нахожусь, называется пляж Периволос. И где-то здесь же рядом пляж Перикка, да? Вот, то есть два пляжа, которые считаются очень спокойными. Ну, в каком смысле спокойными? Вот в море заходить спокойно. Раз, чем они хороши. И второе, вот нет никаких каменюк. Песок, вот прямо такой прекрасный песок, черный, ровный. Никаких нет проблем, которые у нас там на пляже, на этом, ну, возле нашего дома, в пятизвездочном отеле. Вот. Единственное, что сюда добраться надо, вот с этим проблема. А что значит добраться проблема? То есть нужно доехать от нашего монолитии нашей Дафиры, это стоит €60, да, на автобусе полчаса, и потом от Фиры до сюда, до пляжа Перикка, Периволос, на автобусе 2,20 стоит, и ехать 35 минут. То есть получается, чтобы от нашего дома до сюда надо час времени, чтобы добраться. Ну, я думаю, в принципе, по каким-то стандартам больших городов, например, я думаю, вот в Новосибирске до пляжа за час ты и не доберешься. Например, я, чтобы на Обское море доехать, должна ехать 2 часа. А на лыжах? На лыжах? Нет, вообще... замечательно. Да, замечательное вообще место. Единственное, что нам не понравилось, и это зависит не от места, а от человека, что водитель во втором автобусе, который вот из Фиры до этого, до Периколоса, до Периволоса, он курил всю дорогу. То есть за 35 минут он скурил 4 сигареты. Но это свинство, честное слово. Потому что так нельзя делать. Ну, я понимаю, одну там не выдержу уже за 35 минут, да, сигарету. Но курить бесперестанно в автобусе междугороднем, да, в котором возят туристов, это просто свинство. Ну, ничего не поделаешь, куда деваться. Я говорю мужу, все комфортно, все как в машине, да, все как будто мы в такси едем, если бы не это курево. Я говорю, но с другой стороны и таксисты такие попадаются, которые курят такси. Такое тоже бывает. Я вот помню, где-то в Ливане, что ли, мы ехали, таксист все время курил. Вот, поэтому, ну, всякое бывает. Место замечательное. В ту сторону 2 километра, в эту сторону 1 километр. То есть можно гулять по пляжу 3 километра вот так. Что мы сейчас и сделаем. Наш план такой. 2 километра туда и потом пешком через горы туда, на Камаре. То есть туда, куда мы уже ходили. Вот у нас такой план. Что будет, буду рассказывать. Всем привет из Периволоса, Санторини.